Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русских Иван, и вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео, коротеньком, я с вами поделюсь одним своим удивлением, буквально удивлением. Я думаю, что многие посмотрели мой вчерашний выпуск относительно того, почему семена плавают, когда мы их кладем в воду, и означает ли это, что семена плохого качества. Но это такая важная штука для того, чтобы не попадать в заблуждение относительно методов оценки качества семян. Ну и показывал там все, кому любопытно, посмотрите. Конечно, те семена перца, которые вчера показывал, я кинул на салфетку и оставил, ну, прорастать, пусть прорастают. И это были семена перчика, который называется капия. Я его купил в гипермаркете и оставил немножечко дозариться до вот такого вот состояния. Я два перчика купил и один вчера разделал, как раз для того, чтобы наковырять оттуда семян и показать вам, как все это плавает там, как происходит, и стоит ли расстраиваться, если семена всплыли. Вот он еще, вот еще. Я, между прочим, я его выбросил. Ну а куда это добро девать? Ну вот сейчас достал для того, чтобы вам просто показать, ну, насколько это удивительно иногда бывает. Вот, вот этот вот самый перчик. И вот те самые семена на салфетке. Каково же было мое удивление? Ну так, условно удивление, конечно. Сейчас моралью поделюсь, что это может быть. Вот, когда я сегодня уже обнаружил здесь проростки, многочисленные, достаточно многочисленные проростки. Вон еще, смотрите, остатки красной мякоти, видите, остались кое-где. Вот здесь вот еще остатки красной мякоти остались. То есть свеженькие семена. И вот, конечно, это удивительно, но они взяли и попрорастали. Вот проросло, меньше суток прошло, меньше суток. Как же это так получилось? И вот не надо ни фитоспорина, ни каких-то препаратов, ни... ну ничего, просто водой залил и оставил, воскресенье было, понимаете, поскакал домой. Ну как же так? Да все очень просто на самом деле. Семена могут прекрасно взойти, вообще без всяких там плясок с бубнами, танцев с бубнами, какими-то там сумасшедшими методами, с перекисями, там, с чем-то еще, все может нормально взойти, если хорошее качество семян. По этой причине обязательно занимайтесь своим собственным семеноводством. В обязательном порядке, самостоятельно собирайте семена. Это будет гарантом, всегда гарантом того, что вы никому не будете платить бешеные деньги и будете всегда с хорошими, качественными семенами. Как и я в этом случае. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.